Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек, мы продолжаем играть за отбросов и серия, в которой решится все. Выйдем мы в первый дивизион с титулом или же без него. То есть мы уже автоматически выходим в первый дивизион, мы набрали нужное количество очков. И теперь я готов приложить все усилия для того, чтобы мы взяли титул второго дивизиона и вышли в первый. Итак, спустя полгода я нашел соперника, и вот он. Очередной читер. Спасибо, FIFA. И вот последствия. У четырех игроков кончились контракты. Ах, и, кстати, контрактов-то осталось не так много. Имеет ли смысл тогда открывать пак за 25 тысяч? Вот я сейчас очень сильно думаю над этим. Потому что там, ну, в паках за 15 тысяч хотя бы контракты будут. В этом же паке не будет ничего, кроме игроков. Не знаю даже, ну не знаю. Ладно, ищем дальше. И знаете, кого я нашел еще раз? Того же самого читера. Ставьте палец вверх, если это тупо и не смешно. FIFA, бесишь. И что я вижу? Неужели нормальный соперник? С очень, правда, сильным составом и с двумя странными крайними защитниками. Ну хорошо. Именно в этом матче я планирую взять, просто выйти в первый дивизион с титулом. То есть фактически мы уже в первом дивизионе, то есть нам можно радоваться, веселиться и прочее, но я хочу титул. Так, и Деназар от одного ушел. От второго почти, Пике. Мешал ему, все-таки он помешал. Отличный момент, Эденазар. Убрал, разыграл, пробил и снова в пике попал. Так, отличный пас, Варгас, ну-ка давай, ну. Ну пике-то уж точно тебя догнать не должен, это пенальти. Пике догоняет и роняет Варгаса. Ну, вообще еще за это должна карточка быть дана. Смотрите, как он его оттолкнул просто. Психованный пике. Итак, Эденазар сосредоточен и готов забивать. Нет, это сейф. Как он угадал. Первый не забит пенальти, кстати, Эденазаром. До этого он все забивал. Это вообще как? 0-1. Эта игра просто мне нервы пытается вывести. Я не подаюсь на это, но это пипец. Это просто пипец. Как Бегович прыгнул? Почему он так прыгнул? Почему он же вместе с мячом в воротах был? Кляйн. Варгас. Нет, это не гол. Варгас, давай. Ну все, Эденазар, пожалуйста. Просто забей, братюня. Ну, это же так легко. Нет, не легко. Так. Так. Эденазар. И даже сейчас он не забивает дважды. Что-то, ребят, реально произошло в этом мире. Что-то реально произошло. Вообще ничего не залетает. Абсолютно. Ладно, хорошо. У нас есть второй тайм. Я буду биться и биться. Лишь бы забить и выиграть. Так, Эденазар. Хороший момент для взятия ворот. И очень плохой удар по центру. И хоть с отскоком немножко повезло. Эденазар. Ближний угол. Браво сейвит. Браво сейвит. Я окей, я был готов к этому. Варгас прорвался. Пас центр. Удар. Выше ворот. Варгас. Ну-ка. Нет. Чистейший подкат. Итак, я сделал тройную замену. Посмотрим, к чему она приведет. Ну, хоть один-то гол я сегодня забью, нет? Типа пенальти, 50 тысяч шансов и... 0-2? Серьезно? Так, Эденазар, Леонардо, ну! Браво, сейвит. Агбонна выше. Да, тут мы проиграли. Ну, что я могу сказать, ребят? Два поражения подряд. Я... Наверное, все, что я должен сказать, типа, я принимаю, соперник лучше, чем я, и, ну,
и все, типа, и конец этому. Но, блин, это вообще не так. Итак, 18 очков, одна встреча осталась. Все повторяется, реальная история повторяется. Каким бы ни был дивизион, последние матчи просто не везет. У меня нет никаких объяснений. А, у меня 22 тренировки на вратаря. Давайте 10 ему подкинем к финальному матчу. Столько тренировок на вратаря, просто пипец. Так, ну что, все в принципе готовы. Поехали. Итак, самый важный матч в истории отбросов будет прямо сейчас сыгран. Топовая ПЛ-ка с Хендерсоном Team of the Season, с супербыстрыми защитниками, с шикарным вратарем, сумасшедшей опоркой и молниеносным нападением. И мы должны его сейчас победить, чтобы выиграть титул. Под перекладину бьет Адан Азар, Дехея сейвит. Рэмси, хорошо! Варгас! Развернуться хотел штрафной, не получилось. Эден Азар, ну... Не забил, но должен был. Упустили. Варгас, хорошо. Ну, гол. 1-0. Мы выходим вперед. Спокойно, успокоиться, сосредоточиться. И довести хотя бы первый тайм до конца. Без каких-либо атак в нашу сторону. Ну-ка, Варгас, хорош! Убрал! И... Мимо! Вот 2-0 бы нам сейчас так сильно пригодилось. Но нет. Варгас, отличный момент, еще один. Ну-ка! Ногами сейвил. Ну что, первый тайм закончился. 1-0. Моменты мы только под конец первого тайма начали создавать. Маркович устал. Кварежму выпущу. Маркизио тоже устает очень сильно. Но, блин, он мне нужен. Пока не буду менять. Так, Азар опустил в атаку. Ходит в штрафную, падает. Ну, это был фол, разве нет? Это Назар, штрафной удар. Очень плохо. Ну, блин, как же нам повезло, что мяч ко мне все время отскакивал. Вот это был единственный момент, когда мне реально везло, но удар получился не очень хорошим. Не очень удачным. Итак, навески линии нет, Дехея. Так, Варгас устал, но и Маркизио с Рэмси тоже очень устали. Ладно, замени Маркизио, поставлю Джонса. Ну и что, Сау или все-таки Леонардо? Давайте Леонардо в центр. Вместо Варгаса Азар. Вот так вот будем правым флангом в основном играть. 20 минут до конца. Ведем 1-0. У него выходит Ди Мария, Туре и Джерард. Окей. Хорошие игроки. Джонс. Вот это вот была очень ужасная ошибка. Реально очень ужасная ошибка. Мы сейчас так можем за нее получить. И давайте теперь Эден Азар в атаку. Пенальти. Пенальти. Получай пенальти. Ребят, титул первого дивизиона близок. Все, я забыл уже все эти поражения. Дурацкие абсолютно, которые были. Мы получаем пенальти, ведем 1-0, 90 минута матч. Давай, Данушка, сделай 2-0 и все. И все, просто сделай. Удар! Голясо! 2-0, отбросы выходят с титулом второго дивизиона в первый. Со второй попытки. Третий дивизион действительно был каким-то реально проклятым. Со вторым все лучше гораздо. Теперь мы в первом дивизионе. Командой только из паков. И это, черт подери, достижение. Это, черт подери, достижение. Джерард забивает. Стивен Джерард нам забивает на 90-й. С навеса головой. Это FIFA. Это FIFA реально. Я бы переживал, если бы счет был 1-1. Но мы выигрываем, поэтому... Все, ребят, это победа. Это победа. Мы выиграем титул. Вручайте нам кубок, чтоб вас. Electronic Arts, хватит нас бесить. Вручайте нам кубок. Мы его заслужили.
чтобы еще выгравировано было отбросом за то, что они красавчики. Вот так вот. Мы могли реально упустить победу в этом матче, но мы этого не сделали. Мы взяли и просто вот, не знаю, на каких нервах победили. Скриньте, ребят. Просто скриньте. Титул второго дивизиона. Семь побед, три поражения. Два поражения из трех в самом конце на финальном этапе пути. Итак, 18 тысяч монет. Да, я открою пак за 15 тысяч. Ребят, первый дивизион. Мы в первом дивизионе. Чтобы остаться, нужно 14 очков. Чтобы выиграть, его нужно 23 очка. В 10 играх 23 очка. Мы можем лишь 7 очков за весь турнир потерять. Это просто забей. Это будет очень тяжело, но сейчас... Сейчас я просто хочу открыть пак и... И просто отдохнуть. Итак. 15 тысяч пак. Что же ты нам принесешь? Калихон, отлично. Отлично, Калихон, это отлично. Какой-то... Форвард Валенсия, ух, Яконан, старый отброс, и Финга Богасон. Итак, Яконан, отправляешься в команду, Валенсию, будем пробовать, парень должен быть хорош, пока поставлю вместо Маккарти, Маккарти в клуб. Дальше, вместо Конка я сейчас поставлю Калихона, это реально очень клевый цап нам, и вот этот парень Алфа, Суперлига, ну не очень подходит, но вот он... Ну, как бы скорость, дриблинг, клевые удары тоже. Давайте добавим. Ну, и этих парней не нужно теперь контрактики. Может, мы какую-нибудь форму там выловили. Мы выловили новых два стадиона и гостевую форму Пармы и Олимпиакоса. Эмблема Гамбурга. Кстати, Амстердам Арена выглядит очень клево. Вы посмотрите, какая форма клевенькая. Так, вот, вместо итальянской формы Валенсии белая мне очень сильно нравится. Мы в ней прям реально тащим. Ну, это тоже можно добавить. Все, это я продаю. Ну что, 100 поражений у нас юбилейных. Возрадуемся этому. 115 побед, 36 ничьих нам понадобилось для того, чтобы выйти в первый дивизион. Я этому просто нереально рад. Сейчас я должен буду немножко отдохнуть от отбросов. Так что встретимся в ближайшем времени, друзья. С вами был Джек. Давайте посмотрим, кстати, вот из текущего состава, кто мне тут добавлен. Я сейчас добавлю еще старых игроков. Вместо Конка, например. Ну, кто у меня много играл? Вот Лалана много играл. Вместо тебя кто-нибудь тоже. Ну, вот Маккарти много играл. И вместо Давид Луиза, например, Камбули. Что просто посмотреть, кто сколько матч там провел, все такое. Вместо Леонардо тоже кого-нибудь. Из старичков. Ну вот Фламини, по идее, должен был много играть. Вент. Вент играл очень много. Так что вот так вот ставим и смотрим, кем же мы добрались до первого дивизиона. Итак, в этом клубе лучшим бомбардиром... ну, давайте. Лучшим бомбардиром стал на данный момент Варгас. 151 матч, 58 голов, 35 голевых. На втором месте Лукаку. 91 встреча, 46 голов, 16 голевых. Ну, я буду, наверное, только голы произносить. 97 матчей у Зверя, 39 голов. 65 рейтинг, серебряный игрок, до сих пор не могу поверить. Эден Азарт вышел... Азар вышел на 4 место. 49 матчей, 36 голов, 9 голевых. Сау 108 игр, 36 голов. И Джей Родригес 167 игр, 32 гола. Дальше идет Аль Капитано, Лалана, Маркович, Лаказет, Маркизио и Маккарти. Теперь по количеству встреч. Игроки, которые более всего нам были полезны на протяжении этого пути, с которыми мы реально очень долго. Это Джей Родригес 167 матчей, Эдуардо Варгас 151 встреча, Маккарти 151 встреча, Агбонна 125 матчей, Снейдер 122 матча, Кабуль 112, Сау 108, Зверь 97, 97 Лалана, 91 Маркович, 84, 91 Лукаку, 84 Маркович. Ну и Авент, кстати, 82 всего сыграл. Я думал, что он гораздо больше не сыграл. Так что вот так вот. Вот так вот.
102 игрока мы набрали. Ну, учитывая, там продавали многих. В общем, первый дивизион, нереально рад. Ребят, ну, вы знаете, что делать. Очень вам всем благодарен за то, что смотрите, за то, что поддерживаете интерес. Мы с вами еще увидимся. С вами был Джек. Счастливо. Верьте в свои команды, даже если они отбросы. May your love never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me.